17-й. А, тут 17. Ага, смотри, где одна даже лампочка загорит. Я знаю, это плюс лампы, мне кажется. Ну или с Блэк. Тут вообще не горит лампа. Ха. Да он даже раздвигается, смотри. Может я фонариком освещу, ты давай. Не сидишь? Сейчас. Ну все. На дверь посвети. Да свечу. Это тут, по-моему, и так нормально видно все. Кстати, тут стоп выкол, ты видишь? Зато вызов живой. Угу. Смотри, засними этот прикол. Ага. Вот, смотри, нажимаю на третий, закрывается на втором. На четвертом закрывается третий. Ну это сбой контакта, наверное. Да не надо нафиг. Семнадцатый какой же. А грузовые еще вот такие делали пока. Там почти всегда делали, даже в 96-м. Кстати, завтра... И тут такой же. Тут другое уже. А чё он сначала продавать, я что, не типа... Ну, откуда же, не знаю. О, тут второй, извини. Что второй? Тут, по-моему, раньше не было зеркала. Не помню. Не было? Не работает. А, работает. Приказ вообще в ужасном состоянии. Сейчас мы уже приедем, так что надо побыстрее уже тут. На второй как? Сейчас. Не знаю. Второй? Второй? Ну езжай, я сейчас спущусь тогда. Давай вниз. Сейчас. Ну сейчас, пошли, я покажу. Ну я дверь засниму. Ну, давай, я просто выйду туда. Ну выйдешь. А чё он не захотел вниз ехать? Чего? Вниз чё не захотел ехать? Да ладно. Сейчас вместе пойду вниз. Чё он... Да пошли. Я попробую на все сразу. А вот это был третий, оказывается. Дверь страшная какая тут. Обещал, что ты будешь бегать по этажам. Я же не бегал сейчас. А не бегал. Там потому что лифт не работал, просто хотел посмотреть, на каком этаже он застрял.